мои красотули! С вами Локки-Бобо! Ребята, я тут нашел один страшно прикольный дом, в котором живет какой-то монстр. А какой именно? Сейчас мы зайдем и посмотрим. Но перед тем, как мы начнем, в этом видосике я спрятал 4 пасхалки в виде монстрика. Вот такого смешного. Попробуй их найти и напиши тайм-код в комментариях. И, конечно же, если ты до сих пор не подписан на мой канал, то самое время сделать это, жмякнув красную кнопочку подписаться. Жмяк и готово! А сейчас хватай вкусняшки! И мы погнали! Вот попали! Капец! Сразу в тюремную камеру. О, ключик! Да ладно! Так просто мы выберемся отсюда? Какая-то цыпа тут лежит. Возьмем ее. Потом разберемся, для чего она. Как бы выйти? Вот так и все? Не может быть. Так просто? Не думаю. Это специально, чтобы мы подрасслабились. А потом хоп и все. Но мы на чеку. Ведь непонятно, кого мы тут можем встретить. А эти рычажки надо поднять в правильной последовательности. Кстати, Коды мне подсказал об Эгги Джо, чтобы тут полдня не ходить и не разгадывать их. Спасибо, кстати, ему за это. Ребят, а вот ссылочка на его канал. Загляни. У него тоже очень весело. Ну что, вы готовы походить по этому стрёмному дому? Я готов. Вот не могу понять, что тут происходит. Вроде обычная кухня, а внизу какие-то катакомбы с клетками. Интересно, что там в шкафчиках? Давайте полазим. Ух ты, фонарик. Зачем он только? А может, тут свет пропадает? Оу, нет. Надеюсь, такого не случится. Кто тут? Я чувствую, кто-то тут есть. Ух, ничего себе. Это еще что такое? Я иду за тобой. Тш, повезло нам. Валим отсюда, пока она не увидела нас. Капец, что это такое было? А точнее, кто это такая? Надо хорошенечко ее рассмотреть. О, еще один ключик. Нам надо будет открыть все двери, чтобы выбраться отсюда. Только кто знает, что за ними нас ждет? А это, походу, была хозяйка дома. Интересно, что с ней случилось? Почему она такая сгорбленная? Может, ей лет 200, и она не может уже ровно ходить? Или это специально, чтобы пугать всех, кто приходит? Ща разберемся. Ого, а домик ничего такой. Немножко стремноватый, но вполне ничего. Если бы его немного перекрасить и окна открыть, то был бы вполне обычный дом. Посмотрим-ка, что тут. А тут спальня. Только доски на полу валяются. Все разбросано. Хотя лучше по сравнению с подвалом и железной камерой. О, еще одна цыпа. Возьмем. Их нам надо собрать 8 штук. Тогда можно и курятник строить. Ой, ну то есть валить отсюда. Ха-ха. Да, работки у нас будет очень много. Столько всего узнать нужно. Да и локация новая. И скорее бы опять эту хозяйку встретить. Ха-ха. О, молоток заберем. Пригодится. Кто тут меня звал? Я! Убери эту гадость от меня! Хорошо, хорошо! Куда ты спрятался? Сейчас поймаю! Не стоило тебе этого делать! Вот этого? Да, именно этого! Дурья твоя башка! Чё припёрся? Я просто увидел странный дом и решил посмотреть, что тут происходит. Любопытно, значит? Я таких люблю! Чем вы тут занимаетесь? Снимаем фильм. Entity. Ужастик. Короче, это я. Ха-ха. Ну так я и поверил. Что-то я не вижу тут операторов и камер. Я-то знаю, как снимать. Кстати, заходи на мой канал Локки-Бобо-Влог. Там очень много веселых и крутых видосиков. Нет, спасибо. Я не люблю веселое. А ты в любой дом вот так без приглашения приходишь. Вообще-то нет, только в те, где происходит что-то странное. И твой дом определенно в этом списке. Вот еще и умный. Тогда ты точно не выйдешь отсюда. Какую тебе миску в клетку поставить? Можешь цвет выбрать. Ха-ха-ха. Очень смешно. Пока ты тут шутишь, мы откроем твои тайные комнаты и разгадаем все твои секретики. Короче, мы пока выяснили, почему тут все окна заколочены. Наша Entity боится света. А может, она вампир? А вампиры живут очень долго. Помните Носферату? Вот то-то же. Значит, эта леди в белой простыне тут надолго. Вот блин, мало что эти двери досками забиты. Так еще и ключ надо. За этой дверью явно что-то ценное спрятано. О, батарейка к фонарику. Но их надо брать только тогда, когда у вас будет половина заряда. А то не будет чем отпугивать Entity. О, а куда это ты собралась? Пойду прилягу. Ты меня утомил. Я потом тебя поймаю. Ну, приятных снов. Я тебе дверьки прикрою, чтобы ты отдохнула и набрала сил. Они тебе понадобятся. А то у нас еще миллион вопросов к тебе. Ха-ха. Короче, ребята, она очень стрёмная и странная. И спокойная временами, что больше всего и пугает. Как говорится, в тихом омуте черти водятся, а тут чертями попахивает. Надо быть внимательными. Вдруг она захочет потом неожиданно откуда-то выпрыгнуть. И все, пиши пропало. Мы в клетке. Ничего себе! Она реально заманивает людей сниматься в ужастике, а потом их в клетке и в подвал. Вот хитрюга! Все продумала.
О, записка. В ней зашифрован код. Если хотите, ребятки, можете их отгадывать. А если нет, то загляни в мое описание. Я коды все оставил там. А вот еще одна тайная комната. Блин, одни тайники кругом. Но мне это нравится. Неужели Энтити сама все сделала? Прикиньте, строила тайник и спину сорвала. Ха-ха, вот поэтому так и ходит сейчас. Вводим код 1591. Отлично. И технологично. Ничего не скажешь. Ломом и молотком такую дверь не откроешь. Думаю, придется попотеть. Энтити все для этого сделала, чтобы мы отсюда не выбрались. Но мы же профи. И перед тем, как выйти отсюда, мы хорошенечко повеселимся. И она нам еще в этом поможет. Ха-ха! Кажется, слышу шаги. Походу, она уже проснулась или ходит во сне. Эй! А, что такое? Я ходила в туалет, слишком много компота выпила. А это нам было знать не обязательно. Ну все, я иду за тобой. Сейчас будет твоя очередь. Даже не хочу знать, какая там очередь. Потом расскажешь. А мы пока посмотрим, что в этих ящиках спрятано. Я не договорила. Чайку хочешь? Блин, напугала. Валим отсюда. Ты так неожиданно появляешься, что капец. Ты вот так бежишь и крикнешь: чай готов. И все, штаны менять надо, а не чай пить. Ха-ха. Эй, ты меня слушаешь или спишь? Ой, да-да. Слушаю. Эй, а ты зачем так накрасилась? Куда намылилась? Признавайся. Это не макияж, это мое лицо. Не надо на него так светить. Что-то мне подсказывает, что все-таки макияж. Из него вон пудра сыпется. Или это песок уже? Ха-ха. Ну в любом случае, это не самая большая загадка вечера. Пусть будет лицо. Вот этот кабинет мы до конца еще не обследовали. Надо хорошенечко тут все обыскать. А пока я тут роюсь. Ребята, напишите в комментах, как вы думаете, что происходит в этом доме. И кто вообще такая эта идея? А самым крутым версиям я поставлю лайкосик, а то я как-то уже теряюсь в догадках. Короче, нет ничего полезного в этом кабинете. Надо валить отсюда и искать дальше, пока она не пришла. Та-дам! Ха-ха! Проходи без фонарика, я не укушу. Ага, я так и поверил. Может, ты не укусишь, но точно что-то стрёмное сделаешь. Нам без него тем более ничего не видно будет, и тебя в том числе. А теперь валим быстро отсюда! А вот и отверточку нашли. Она нам очень пригодится. Сейчас пойдем в коридор. Там есть тайник, откроем его. И посмотрим, что там спрятано. Надеюсь, у Энтити нет тайного хода туда. А то что-то она притихла. Как будто выжидает чего-то. Что же там у нас? О, опять ключик. Пусть еще полежит тут. Запомним его. А мы побежим дальше. А вот тут можно ввести код. Вводим 0101. Так, остался последний код. Его мы прибережем на десерт, так как у нас еще полно дел. А сейчас гоу наверх. Там осталось открыть еще одну комнату. О, а тут у нас что, детская? Странно, что-то я детей тут не видел. Ладно, давайте откроем вот этот ящик. Вот так и нажимаем кнопку. Наверное, опять тайную комнату откроем. Чувствую себя Гарри Поттером. Что? Вы видите то же, что и я? Там целая комната, набитая всякими пушками. Не понимаю, зачем они тут? Гоу расспросим у этой гангстерши Энтити. Энтити, а откуда у тебя столько оружия? Это детишкам игрушки, ха-ха. А тебе не кажется, что это не то, чем можно играть? Да они не настоящие. Пиу! Да блин! Зато наше оружие против тебя настоящее и очень эффективное. Ты меня уже... Пиу! Да сколько можно, блин? Я не вижу уже ничего. Может, ты и без фонарика плохо видишь? Например, в каком криповом доме ты живешь? Да, комната выглядит внушительно. Только о каких еще детях она говорила? Ладно, еще будет возможность узнать. Батарейки хватит. Устроим ей допрос чуть позже. А сейчас гоу, открывать двери. Вот тут внизу есть еще закрытая комната. Я надеюсь, там не ядерная бомба. А то от этой Энтити можно всего чего угодно ожидать. Нам теперь надо поискать кусачики. Только понятия не имею, где они могут быть. Гоу! Может, еще раз наверху все пересмотреть? А может, в подвале еще разочек разглядишь? А то ты уже надоел тут своей беготней. У меня аж звездочки перед глазами стоят. Кажется, она загнала нас в ловушку. Придется пробиваться к выходу. А то Энтити нас так просто не выпустит отсюда. Кокосики. Та-дам! Вот тебе! Придумай уже что-то новое. А то мне придется очки покупать. Зачем что-то новое? Этот фонарик неплохо справляется со своей задачей. Ты где? Опять залипаешь? Иду за тобой. Неа, не идешь. Ты в дверях застряла. Ха-ха, вот этот прикол. Тебе так удобно тут висеть? Или ты, может, отдыхаешь так? Слушай, а для кого это детская? Как для кого? Для моих детишек, конечно же. А у тебя есть дети? А сколько им лет? Скоро будет 70. Такие крохи еще. Понятно. Тогда у меня для них есть зайчик. Какой? Солнечный. Ха-ха. Передашь им? Эх, блин. Я придумала. Я куплю не просто очки, а солнцезащитные. Тогда ты получишь у меня. Ну-ну.
можешь уже бежать в магазин. А мы пока откроем еще одну тайную комнату. Ребята, если хотите открыть этот замок, то запоминайте последовательность. Гоу! Раз, два, три. Теперь в комнате четвертый. Поднимаем. Готово. Гоу назад. Пять. И шесть. Открыто. Ух ты. А тут целая спальня. Вообще непонятно, для чего тайная комната в детской. Но сейчас важно, есть ли тут что-то нужное для нас. Кажется, нет. Посмотрим еще тумбочки. Пусто. Окей, гоу дальше. Интити уже, наверное, свалила в магазин оптики. Нет, я онлайн-заказ сделала с доставкой в мой склеп, ха-ха-ха. Вот хитрюга, но мы сбежим раньше, чем их привезут. И надеюсь, детишки Интити не покажутся сегодня. А то если они живут в детской, то кто его знает, что с ними вообще не так? И какие они? Так это что получается? Все это оружие для них? Понятно, загадка разгадана. Вот тут думаю, она не врет. Ладно, пойдем. Нет, стоять, никуда ты не пойдешь, я закрою тебя. И ты никому не расскажешь, что узнал сегодня. На самом деле, не так много, как хотелось. Но все равно было весело. А сейчас гоу быстренько за ключиком, пока она нас не догнала. Ай, да хватит меня слепить уже. Себе посвети. Так ты на нас не нападай. А если не можешь, то потерпи. Но не раскисай. Сейчас откроем третий замок и свалим. И ты останешься одна, одинёшенька. Короче, расклеилась наша Энтити. А сначала такая грозная была, даже напугала нас. А оказывается, сама фонарика испугалась. Да так, что нюни распустила. Чего? Что кусачики делают в туалете? Блин, надеюсь, их сюда положили, а не наложили. Ха-ха, фу, теперь целый день буду лапки отмывать, когда домой вернусь. А сейчас гоу вниз. Перекусываем провод, готово. А это что еще за комната? Похоже на какую-то пыточную. Или это комната дантиста? Иногда это одно и то же. Ха-ха. Так, введем последний код. 0846. Ну все, пора сматываться. Попрощаемся сейчас с нашей новой знакомой. И хода отсюда. Эй, Интити, мы уже уходим. Закроешь за нами? Ха-ха. Закрою только клетку. Ага, и напоследочек светанем и свалим. Стой же ты. Да не хныкай ты и не скучай. Покеда! Ну вот мы и узнали еще одного монстрика, Интити. Ребята, как вы считаете, она страшная или нет? Напишите в комментах. А я надеюсь, вам понравился этот видосик. Оцените его и поделитесь этим видео с друзьями. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. Я это очень ценю. А на этом все. Всем пока-пока! До следующего видосика!